Привет, я Арман. Если вы смотрите это видео, значит, вы решили воспользоваться интернет-терминалом фонда домов. Я помогу вам и покажу все, что вам понадобится. Ваш первый шаг – это регистрация. Для этого позвоните по номеру 1408. Вас зарегистрирует менеджер фонда. Авторизация необходима каждый раз при входе в терминал. Авторизация на терминале происходит в два этапа. Первый. Вам нужно ввести номер мобильного, который вы указали при регистрации. Второй этап. После ввода мобильного телефона вам придет SMS-сообщение с шестизначным паролем, который также необходимо ввести. Запомните, пересылаемые по SMS пароли действуют один сеанс работы до момента выхода из системы. И в течение суток вы можете получить не более 5 SMS. В личном кабинете в разделе «Данные о заемщике» вы можете в любое время просматривать и редактировать информацию о своих данных. Во вкладке «Проекты» вы можете видеть ваши текущие проекты, их активность и статусы. Здесь же можно просматривать информацию по подписанным договорам и их статусам. Для этого вам нужно выбрать раздел «Договоры». Очень важно, что вы можете видеть информацию по перечислениям субсидий и банковским списаниям. Для этого вам нужно перейти в подраздел «Графики погашений» в разделе «Договор». Вы всегда будете знать дату и точную сумму следующего погашения и можете проследить, поступили ли денежные средства в ваш банк по этому графику. Загляните в личный кабинет в разделе «Настройки». Тут вы можете подключить функцию SMS-уведомлений. Это очень удобно. Вы будете получать сообщения о каждой перечисленной сумме субсидий в ваш банк, статусах ваших проектов и других дополнительных сведениях. Интернет-терминал для участников программы «Дорожная карта бизнеса 2020» – это современный и удобный помощник в бизнесе. Если у вас возникли вопросы или предложения, звоните в колл-центр по номеру 1408.